33-летнюю Эмбер Хёрд, заметили на свидании с новой возлюбленной. Избранницей актрисы стала оператор Бьянка Бути. Парочка была замечена на улицах Палм-Спрингс, Калифорния. Девушки нежно обнимали друг друга и, не стесняясь прохожих, страстно целовались. Экс-супруга Джонни Деппа была в клетчатой оверсайз-рубашке и джинсах. На одну ногу Хёрд надела светлые ботинки, а ее вторая нога была в гипсе. Артистка распустила длинные волосы и сделала минимальный макияж. Влюбленные были в хорошем настроении, смеялись, показывали что-то друг другу в мобильных телефонах. После нескольких поцелуев они сели в машину актрисы и уехали. Журналисты выяснили, что избранница Эмбер, Бьянка, во второй раз борется с раком молочной железы. Впервые этот диагноз кинематографистке поставили в 2015 году, а год назад болезнь вернулась снова. Друзья Бути организовали сбор средств для ее лечения и операции, сообщает Daily Mail. Сама девушка не скрывает диагноз и в своем личном блоге старается вдохновить онкобольных не отчаиваться. Пока Хёрд строит свою личную жизнь после громкого развода, ее бывший муж отдыхает в Лондоне. 56-летний Депп вместе с другом, 62-летним Тимом Бёртоном, был пойман папарацци на выходе из ресторана. Компанию им составила молодая возлюбленная режиссера Беренис Персиваль. Пара встречается 7 лет. Звездный актер фильма «Пираты Карибского моря» недавно расстался с российской танцовщицей. Их отношения продлились всего несколько месяцев. Сейчас Депп занят долгим бракоразводным процессом с Хёрд. Мать актрисы втайне от дочери переписывалась с экс-зятем. О своей бисексуальности Хёрд открыто заявила в 2010 году, когда состояла в отношениях с художницей Тайсон Ван Ри. После 4-летнего романа девушки расстались.